12 километров трассы, более 4 миллиардов рублей. Новое полотно появится здесь уже через год. Строительство ведется за счет средств федерального бюджета. Главная задача – разгрузить дороги областного центра. Около 14 тысяч автомобилей в сутки. Ожидаемый грузопоток на новой трассе. Всего 4 полосы для движения. Ни для кого не секрет, какое количество транспорта задействовано в перевозке арбузов, овощей, фруктов со Средней Азии. Да? И он весь заходил в половину города Оренбург. Не все уйдут. Это и экология, и сохранность автомобильных дорог. Сейчас на объекте формируют конструктивные части дорожного полотна. Выравнивание земли, укладка подстилающего слоя и щебеночного основания. А вот финальный слой появится на трассе лишь по окончанию всех строительных работ. По мнению дорожников, это позволит сохранить качество дорожного полотна. Все работают качественно, все в срок. Есть календарные графики, мы их выполняем. Финансирование стабильное. То, что намечено в этом году, я считаю, что выполним, даже, может быть, и с опережением срока. Этот участок – лишь часть запланированного объезда. Первоочередное строительство началось в 2015 году. От трассы Оренбург-Илек до Оренбург-Беляевка, границы Республики Казахстан. Вторая очередь уже спроектирована. И как только появится финансирование из федерального бюджета, дорожники готовы приступить к строительству. Общая стоимость объекта – более 8 миллиардов рублей. Алина Лебукаева, Георгий Бурлуцкий. Новости дня.